Долг чести, долг памяти и долг любви обязывает нас и через 70 лет после войны помнить. Сохрани имя своего предка. Впиши его в народную летопись «Бессмертный полк» на сайте мойполк.ком и приходи 9 мая с портретом ветерана на построение «Бессмертного полка». Они должны идти победным строем в любые времена. Построение полка состоится 9 мая в 12:00 около Национальной библиотеки Чувашии. Я бы монумент сотворил тому, кто придумал эту акцию. Это действительно священная акция. Она, как сам полк бессмертный, это должна быть акция бессмертная. Дело в том, что вот это в реалии вспомнить всех поименно, вот пройтись колоннами, как вместе с живыми последователями этих победителей идут те, которые отдали жизнь за то, чтобы, значит, мы жили под мирным небом. Я призвал бы всех, вот у кого сердце не каменное, у кого слезы на глазах, вот, вспомнить всех поименно и именно встать в ряды и пойти с этими портретами, вот с этой мыслью. Пока будут такие марши, пока будут такие вот полки, вот, будет вечная память.